О приблаженне святителю Спиридоне, великий угодничий Христов и преславный чудотворче, предстоя на небеси престолу Божию святый ангел, призри милостивым оком на предстоящие здесь люди и просящие сильные Твоя помощи. Умоли благосердие человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей, и спроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемое нам от щедрого Бога, но во славу Его и в прославление Твоего заступления, избави всех верою несомненную к Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и дьявольских наветов, буди печальным утешитель, недугающим врач, в напастях помощник, нагим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцем питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающим кормчий, и изгадательствуй всем, крепкие помощи Твоя требующим, всяко спасению полезная, якода Твоими молитвами наставляями и соблюдаями, достигнем вечного покоя и купно с Тобою